Забудь, что ты знал о шутерах. Я покажу игру, которая изменит все. Пускай детишки бегают пешком или ездят на машинках. В World of Warships у тебя личный корабль с мощными пушками, которые и не снились твоим друзьям. Пока твои орудия рвут врага на куски, ты кайфуешь от графона. Он летает даже на слабых ПК. А чтобы ты насладился игрой с первых минут, я приготовил для тебя надежного товарища. Непробиваемый корабль на САУ. Твоя ссылка с подарком при регистрации в описании. Приветик! Какого хрена? Добро пожаловать в мой проклятый особняк! Капец ты жуткий! Где твой особняк? Я не вижу никакого особняка! Идемте сюда, в кроличью нору! Это особняк, посмотрите на это маленькая лачуга, вот ты обманщик! Мы должны найти доказательство нападения! Я думаю, этот парень и есть ходячее доказательство нападения. Да, это видно по его глазам! Возможно, он сексуальный маньяк. Парни, смотрите, это правильный гараж! Этот гараж такой правильный? Да, просто это мой гараж, тут я держу свои тачки. Что со светом на этой карте, чувак? О, смотрите, тут заперто. Я потерял мой замок. Может, ты имел в виду, ты потерял свой ключ? Я нашел его, он на двери. Парни, помогите! Я нашел ломик. Да, я тоже. Делириус, иди сюда. Да, мне кажется, мы должны сломать замок. Мы должны сломать замок ломиком. Парни, а где кролик? Вау, сработало! Давайте, проходите, парни. Кролик, мы пробрались в твой дом. Потребляй меньше. Что это значит? Парни, я нашел туалет. Мне нужно посрать, не заходите пока что. Окей. Вау! Парни! Вообще-то это раковина! Мне надо посрать, окей? Выйдите! Нет, вот раковины. Нет, это писсуары. Ладно, что это за место, чувак? Зачем мы сюда пришли? Это просто уродливый дом. Ну да, да. О, я нашел лестницу, парни. Лестница. Жуткая лестница. И она ведет в подвал, конечно же. О боже! Погоди. О нет, тут реально темно. Тут бы пригодился фонарик. Присядьте, давайте идти на картонах. Что такое? Давайте, крадемся. Тут кровь. Что? Это дверь. Она закрылась. И мой ломик, он исчез. Да, мой тоже. Мой ломик. Картунс, у тебя все лицо в крови. Нет. Парни, кажется, я нашел доказательство нападения. Это газовая камера. Откройте дверь. Что нам делать? О, нет. О, боже, я ничего не вижу. Помогите. Что за... Кажется, нам хана! Погоди-ка! Нам хана! Делириус! Что за... Я внутри тебя! Мы призраки! Кто это? Убийца! Почему мы такие медленные? О, мы ведем расследование, смотрите! Здесь произошло какое-то нападение! Кто-то кого-то здесь убил! Эй, парни! Слушайте! Правила отдела! Номер один, уважать остальных! Номер два, не беспокоиться! Номер три, довольствоваться малым! Номер четыре, жить проще! 5. Улыбаться, не забудьте улыбаться, парни. Номер 6. Не думать, эй! Ты сейчас что-то подумал? Так вот, не делай этого. Номер 7. Творить добро. Ладно, давайте творить добро. Посмотрите на этого парня, он играет в прятки. Кто это? Ладно, давайте на выход. О, май бах! Расслабьтесь, парни, расслабьтесь. О, вау. Это смена уровня? Это плавный переход. Катсцены в этой игре просто офигенные. Какого черта? Эй, ау, где-то я появился? Где я появился? Ох, черт, он зомби! Он теперь зомби! Парни, переключитесь на вид от первого лица! О боже! Он превратился в гребаного зомби! Что случилось? Что случилось с кроликом? Парни, реально, что случилось с кроликом? Кажется, он умер! Ом, я сейчас отвернусь, и когда я повернусь обратно, тебе лучше быть кроликом, а не этой жуткой хренью. Ты выглядишь просто ужасно, как будто кто-то побрил кролика. Поворачивайся. Да, вот так, окей, ух. Ох, черт. Вот как кролик выглядит без костюма. Ага, на твоем месте я бы тоже ходил в костюме. О, так мы в лифте. О, боже. Мы падаем, нет, пожалуйста. А нет, мы едем вниз, успокойтесь, мы едем вниз. Да, это просто лифт, расслабьтесь. Оу, кажется, мы приехали. О да, там переключатель.
Мне дернуть за рычаг? Да, я дернул за него. Окей, он дернул. Мы должны что-то увидеть за этими окнами. А что с этой дверью? Нет, смотрите в окно, что-то должно произойти. Чего? Что-то должно произойти. И что же? Не знаю, но не зря же они здесь. О, да, смотрите! Да! Парни, там написано «Безопасное убежище». О, я хочу туда! Свалите с дороги! А, у нас есть цель! Смотрите на доску, там написана ваша цель! Найдите и активируйте 3 отмеченных переключателя, чтобы сбежать через отмеченную дверь! Я нашел жертву! А я нашел фонарик! Я тоже! А мне можно фонарик? Да, нажми на F! Нажмите, чтобы задать точку респауна. Да, парни, нажмите на красную кнопку. Окей, я нажал. Ладно, значит, идем сюда. Мы должны найти код. Ты уверен? Я верю кролику. Давайте за мной, парни, я знаю, куда нам. Бежим. О, сюда. Тут написано, верите ли вы в Бога. Да или нет? Да или нет? А что будет, если нажать одновременно? Да, давайте одновременно. Да, давай, ты нажимай тот, где написано «да». 3, 2, 1, давай! Готово! Прощайте, парни! Ах ты, мазафака, выпусти нас! Выпусти нас! Ах ты, чертов ублюдок! Делириус в дьявольской отроде! Я так и знал, что все это время это был ты, Делириус! Я поймал вас в свою ловушку! Воу, какого черта? Кажется, мы в аду! Привет, Венос! Парни, вы тоже вывалились из этого гигантского ануса? Ты говоришь про игру? Да, какого черта? Где мы? Эй, куда подевались мои друзья? Эй, чё как, чувак? А боже, что это было? Что произошло? Ты вышел? Надо пройти через дверь? Я вернулся из мертвых, Делириус. Оу, я тоже. Оу, когда вы возвращаетесь, экран мерцает красным. Рад вас снова видеть. Оу, еще одна красная дверь, давайте сюда, тут же не будет никаких призраков. Воу! Оу, я только что видел Лоума, без костюма. Это был отвратительный зомби. Парни, я нашел ботинок. Я нашел ботинок. Не может быть. Так это все он. Тут есть еще один. Вот так, я выбрался. Оу, мы спасем тебя, не беспокойся. Нам нужно найти код или что? Я думал, вы знаете, что делать. Что это за чувак? Что это за чувак? Ох, черт, этот чувак загорелся, он загорелся. Окей. О чем вы говорите? Тут ничего нет. Тут был чувак в инвалидной коляске. Нет, тут никого нет. Тут никого нет. Ты спятил. Кто бы говорил, посмотри на себя. Это говорит мне жуткий чувак в хоккейной маске. Срань господня, парни, посмотрите на это. Это легко, я сделаю это. Видите, это не так уж и сложно. Продолжай. Я сделаю это. Погодите, надо только присмотреться. Что это? Что это? Что это? Что это? О нет! 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 Кто это сделал? Осторожно, газ! Не дышите! Задержите дыхание! Задержите дыхание! Не вдыхайте! Окей, кажется, я в порядке. Кажется, да. О нет, нифига! Мы не в порядке! Только не накосячь, чувак! Не отвлекайте его! Он по-любому накосячит из-за своих ушей! Ах, блин, Ом, ты реально слишком высокий! Нормуль, нормуль, нормуль! Он задевает лучи ушами! Я смог! Теперь дергай за рычаг! Я дернул! Дергай за рычаг! Ништяк! Наше здравомыслие снижается! Что это значит? Оно снижается! Я хочу найти первый переключатель! Первый? Мы уже нашли первый переключатель! Вот, смотри, видишь, он горит зеленым! Они идут по порядку! Это мы включили тот, который был там, где лазеры! Мы же включали два! Это переключатели или это значит, что мы что-то выполнили? Они загораются, когда мы включаем рычаги. Давайте за мной. Я видел, как сюда побежал чувак с отрубленной головой. Куда ты сюда? А это что за хрень? Какого хрена? Какого черта? Это была самая смешная хрень, которую я когда-либо видел. Идемте, парни, сюда. Стой, 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 подождем Эвана. Кто-нибудь хочет поиграть в крестики-нолики? Оу, в принципе, я люблю крестики-нолики. О, это кот. А, ты должен... Нет. 1, 2, 3, 4, 5. Первая цифра — это 5. Вторая цифра... Набирай. Первая цифра — это 5. Погоди, объясни. Это количество отметок. Видишь, первая цифра — 5, вторая — 4. Третья, четыре. Нет, это работает не так. По-любому это работает не так. Это было бы слишком просто. Не зря же тут нарисовали именно крестики-нолики.
Ау-ау-ау, погодите, я, кажется, понял. Это 8? Ладно, я буду просто набирать. Это 8169. 8169. Дверка должна открыться. Я ввел этот код, и ничего не произошло. А что, если на первой нужно победить за нолики? Да, но, например, на четвертой нельзя за них победить. Я знаю, но давай все-таки попробуем. Окей. 4-6. 1-9. Сработало! Вау, это сработало! Я же говорил! Мы нашли кусок мозаики! Нам нужно найти еще два куска мозаики, парни. Окей, окей, давайте спросим у этой девушки. Эй, мисс, вы не знаете, где тут... Вау, какого хрена? Что? Какого черта? Я просто хотел задать ей вопрос. Чувак, что ты здесь сделал? Я просто хотел задать ей вопрос. Она наотрез отказалась отвечать. Ладно, я пошел. Что это? А, мы должны решить ребус. От буквы A линия ведет к... Тут цифры 1, 2, 3, 4. 1, 4, 2, 3. Дай-ка я попробую. Нет, нет, нет! Не трогай, не трогай, не трогай! Мы умрем! Просто поверьте, доверьтесь мне! Вы что, мне не верите? Нет, не верим, так что убери свои старческие руки от кнопок. Парни, я понял! Черт! Я понял! О, нет, 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 нет! О, ну ты и ублюдок! О, нет! Нет, кролик! Так держать, старик! О, нет! Так держать! Но первая точно единица! Я вам отвечаю! Что? 100%! Первая единица! Нет, 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 нет! Заткнитесь все! Все заткнитесь! Послушайте меня! Нет, это ты послушай нас! Каждый раз, как мы делаем ошибку, пол будет раздвигаться. Да, да, так и есть! У нас еще примерно две попытки. Да, довольно много. Код точно начинается с единицы. Стойте, стойте! Как ты сказал, мы теперь знаем, что первая точно единица. От B линия идет к четверке, от нее к двойке. Серьезно, получается 1-2? Это подозрительно. Подозрительно. Куда ведет линия от Си? Капец, как подозрительно. А что, если это какой-то больной извращенец? И он решил потроллить нас, сделал код 1, 2, 3, 4. Погодите, погодите, давайте посмотрим. Это 1, 2, 3, 4. Я набираю. Нет, 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 нет. Это 1, это 1. Да, это 1, 2, 3, 4, ты прав. Погоди, погоди, перед тем, как ты это сделаешь, Картунс. Черт! Это неправильно. Начинается с 1, 2. Это 1, 2, 4, 3! Это 1, 2, 4, 3! О, нет! Это единственная комбинация, которая остается. 1, 2, 4, 3! Парни, вы там скоро? Черт! Что ты сделал? О мой бог, Картунс! Это наш последний шанс! На этот раз я все сделаю правильно, 100%! 1, 2, 4, 3, давай! Нам хана, нам хана! 1, 2, 4, 3! Да! Да, дверь открылась! Привет, Ом! Откуда ты там? Нам придется прыгать, Ом, ты меня поймаешь? Лучше отойди! Да, отойди, Ом, отойди! Сейчас бы упасть после такого! Убери свою воскресшую жопу с дороги! Отойди, Ом, я прыгаю! Вы нашли там кусок мозаики? Да, ништяк! Ом, как ты вернулся назад? Я допрыгнул! Вау, это долгая история! Давай, давай! Нет! Брайсон Смак, дверь открыта, я нажму на переключатель. О, ты про эту дверь? Там должно быть безопасное убежище. Погодите, давайте пройдем туда все вместе. Эван уже там. Я не знал, что будет так. Что происходит? Не знаю. Ты оставил нас в особняке. Погодите, не беспокойтесь. Мы спасены? Это туалет? Мы вернулись. Эй, кто там залез внутрь меня? Пришло время для эпичной походки, парни. Ведется видеонаблюдение? Парни, не воруйте ничего! Нас снимают? Да! Что этот парень делает? Ау! Никто не принесет вам покой, кроме вас самих! Это фраза из печеньки с предсказанием? Какое-то оно неправильное! Что? Вы шутите? Что? Это конец? Эпичная походка и все? Что это было? Что за хрень? Мы не собрали пазл, мы не разгадали коды. О, мы можем пойти в комнату с сиськами. Нет, мы не сможем. Тут комната с сиськами. Погоди, или мы можем? Сиськи направо. Сиськи или члены? Ну, ты можешь пойти за членами. Да, мы за сиськами. Мы слишком много умирали. Нет. Нет! Мы не можем пройти в комнату с сиськами. Комната с сиськами закрыта, а комната с членами? Тоже, мы ничего не открыли. Что? Нет, мы лузеры. Мы даже не сможем получить члены, хотя бы старые, сморщенные.
Серьезно, даже туда нельзя? Я так и не увижу сиськи. Сгодились бы члены, но даже их мы не увидим. Да, Нил. Даня, Даня, да, у Нил. Да, Нил. Даня, Даня, да, у Нил.